шоу-бизнеса тенденция открывать салоны красоты и бутики. Звезды кыргызского шоу-бизнеса совмещают не только несколько видов творчества, но и часто пробуют себя в предпринимательстве. В этом материале мы расскажем о некоторых из них. Их род предпринимательской деятельности мало отличается. Почти все они владеют салонами красоты или магазинами одежды. Анжелика – певица. Анжелика не только поет, но еще и имеет свой телепроект «Бахтылу Айым», на котором преображает женщин, возит их за границу на отдых и всячески им помогает. У певицы есть бутик «Анжелика Fashion House» по продаже вещей в одном из торговых центров Бишкека. Также она владеет собственным салоном красоты «Айым Стайл». Однако в ОСО.КГ адрес салона зарегистрировано на имя бывшего супруга Анжелики – Урмата Бекболиева. Бахтыгуль Бадыева – певица. Бахтыгуль Бадыева сейчас уже вне шоу-бизнеса, но продолжает поддерживать отношения со своими бывшими коллегами по сцене. Она замужем за бизнесменом и сама теперь занимается бизнесом. У нее свой салон красоты «Эркеле», как и у Анжелики. Ее салон носит имя одной из ее трех дочерей. Вторую дочь Бадыевой зовут «Эркеле». Также она владеет бутиком «Эркеле». Рахат Буджукоева – модель и актриса. Модель и актриса Рахат Буджукоева, которая вышла замуж осенью 2017 года, в 2018 родила сына. До замужества у девушки было собственное ателье – ателье Раш Буджукоева. Платье, сшитое в котором она рекламировала через свои страницы в социальных сетях. В последнее время актриса писать об ателье перестала. Айдана Дека – певица. Недавно певица открыла салон красоты. В одном из интервью она говорила, что это подарок ее жениха, а ныне мужа Аваза Акимова. «У меня всегда очень было много идей по поводу бизнеса. У меня была идея открыть магазин в корейском стиле. Возможно, в скором времени открою его. Я остановилась на салоне красоты, потому что устала бегать по разным салонам. Перед выступлением я ездила в один салон, чтобы меня накрасили, в другой, чтобы уложили волосы. Мне это надоело, и я подумала, почему бы не открыть свой салон. То же самое было и с танцевальной студией. Перед тем, как открыть студию, я всегда хотела быть танцующей певицей. Первое время я просила девочек из разных танцевальных студий выступить со мной, но случалось, что они были заняты. Мне это тоже надоело. Я решила открыть студию. Вместе с танцорами мы продолжаем расти и работать над хореографией. Я очень горжусь своими девочками. За 2 года они стали сильными в своем деле», — сказала она в интервью «Кактус Медиа». Малика Дина – певица. Певица Малика Дина – дочь заслуженной артистки Кыргызстана Динары Акуловой. Девушка недавно открыла бутик Made Beauty Gallery в Гум Чинар.